Друзья, всем привет! Приветствую на канале. Смотрите, ой, яблоки сыпятся. Дерево молодое. Вроде как бы они зеленые на выброс, да? Но жаба давит их выбросить. Думаю, дай-ка я их переработаю. И на компот они супер-пупер. Немножко надо больше будет сахара. Потому что, видите, они такие зеленоватые. И как бы вот я вот так вот перемываю. Все перемываю. Надру шлачок потом. И буду перерезать. Как перережу, покажу. Девочки, мальчики, привет. Вот смотрите, перерабатываю яблоки эти все. Это помытые яблоки. И сейчас я что делаю? Вот это порезанные яблоки. Они, видите, сразу коричневеют. Коричневеют почему? Потому что много очень железа. А железо сразу окисляется. И я сейчас, ну вот буквально вот дорезаю вот этот друшлаг, который у меня есть, да? И сразу перекладываю в пакеты и замораживаю. Я их попробовала. Вот, ну, например, вот это яблоко, да? Да, оно такое вкусненькое. Не сильно сладкое. Да пофигу мороз, да? Когда будет зима, мне самое главное витамины. Вкус вот этого компота. Я как бы... Ну, пусть я добавлю больше сахара, да? Но у меня в этом году вишня, черешня такая спелая, как бы, малинка и все такое. Делаю заготовки, да? И я к чему говорю? Что, да, немножко вот этой яблочки, которые они попадали, потому что дерево не может большой урожай яблок, и дерево не может это выдержать. Вот. И я к чему? Это я сейчас замораживаю, складываю в пакеты. А вот это вот, смотрите, вот это говнище, это все пойдет червячочком в компостную кучу, где у меня червячочки, на переработку. Это будет у меня полезное удобрение. Вот как бы так. Сейчас покажу, сколько заготовила. Вот так вырезаю середку и яблоко. Яблоко, конечно, зеленое. Ну, не очень. Но зато там столько витаминов. Поэтому пофигу мороз, как говорится. Делаю заготовки. Вот эти все червивки. Как говорят, червяки не будут кушать, что попало. Значит, это яблочко хорошее. Не даю ничему пропасть. Еще такой вариант. Если много червивок, как бы каких-то, я тогда вот эту чашку промываю, потом бросаю в друшлаг, она стекает, обтекает, и я, ну как бы, когда она обтечет, я уже тогда раскладываю по пакетам. Сейчас я вам покажу, сколько у меня получилось вот с этой вот одной чашки. У меня еще таких, вот видите, грушка даже попалась. Ох, как огурец. Когда будут падать спелые, тоже будет очень хорошо. Ну, буду ждать, когда будут падать спелые. А сейчас пока зеленые. Вот так. Вот чашку заготовила. Смотрите, начинает темнеть, поэтому быстренько нужно разложить по пакетам. Друзья, смотрите. Вот я переработала и быстренько упаковываю. Почему? Потому что вот эти яблоки, они недозревшие. И они быстро окисляются, такие становятся коричневатые. Да, они более кислые, но зато мне не надо там никакого лимона добавлять, ничего такого не надо добавлять. Чуть больше сахарка и вот, бесплатный компотик у меня. И, короче, я уже запаслась вишней. Во-первых, вишней я запаслась. Если вот такой вот пакетик один добавлять. Кстати, вот эти пакетики маловато. Я обычно два пакетика добавляю на приготовление компота. Два пакетика вот этих яблок. Один пакетик вишни. Там и ежемалинки или малинки.
добавляю по пакетика, как бы для цвета, для вкуса, каркаде добавляю. Но как бы я хочу сказать, что уже сейчас у нас на 2 июля, а я уже начала запасы яблок и груш на сезон. Я думаю, что в этом году я столько запасу, что мне хватит на год и два, и хватит раздать детям и внукам еще дополнительно. В общем, вот как-то так, друзья, делаю заготовки по полной программе. Я вот сейчас быстро перерезала и нарезала только 3 пачки. Почему? Они окисляются. Сейчас нарежу еще 3 пачки и быстро-быстро я их запакую. Все, отправляю на заморозку.